Приложить транспортную карту, брелок или браслет к своему телефону и мгновенно пополнить баланс. Раньше за этим многие шли в печатные киоски. Сегодня идти никуда не нужно. Вывести баланс в плюс можно в мобильном приложении. Полезную новинку разработали программисты городского предприятия. Мы видим по статистике, что у нас порядка 70% населения все еще ходят и пополняют наши транспортные карты в стационарных объектах пополнения. Поэтому предлагаем им альтернативу обратить внимание на нашу разработку, которая главной целью указанной разработки является удобство и сокращение времени пополнения наших транспортных карт. Данная разработка, она у нас возможна только для применения на смартфонов, которые работают на платформе Android с поддержкой NFC-технологии. Узнать историю поездок, получить необходимую информацию о расходах и даже самостоятельно сменить тарифный план также можно в мобильном приложении. А скачивать приложение предлагают с сайта Барнаульского центра транса. Здесь нам необходимо перейти в раздел «Мобильное приложение». Далее будет кнопка «Скачать мобильное приложение». После скачивания вы сможете его установить. Следуем инструкциям, которые представлены на экране телефона. Приложите транспортную карту к NFC. И самое важное – дождитесь завершения операции. Если у пассажиров возникают сложности с приложением, то специалисты муниципального предприятия готовы оказать техническую поддержку. Кстати, в самом Центртрансе напоминают, что пополнить баланс карты по-прежнему можно и на сайте организации, а также через Сбербанк и в киосках печати. Валентина Аскерова, «День с толком».